89 законов приняли в уходящем году депутаты Думы Югры. Такие итоги подвел сегодня спикер окружного парламента Борис Хохряков на совещании с представителями УРФО. Депутаты приняли законы о бюджете, налогах и государственно-правовых отношениях. Работали над законопроектами по противодействию коррупции и охране природы. А еще в работе Думы появились так называемые нулевые чтения, когда законопроекты, которые принимаются на региональном уровне, сначала проходят общественное обсуждение. Также стали популярны думские слушания, где депутаты и члены правительства вместе с югорчанами обсуждают проблемы, к примеру, дольщиков или чистой воды. Отмечу, что каждое заседание парламента избиратель может увидеть онлайн. У нас 52 законопроекта проведены в соответствии с федеральным законом, поэтому все изменения, которые произошли в федеральном законодательстве, у нас отражены на нашем региональном уровне.